Смирнов Сергей Викторович отбывал срок наказания в Рязани в строгом. Меня завербовали в августе. Привезли потом меня под Бахмут. Донецк vilayətinin Baxmut şəhəri yaxınlığında işğalçı Rusiya ordusunda vuruşan Vagnerçi Ukrayna hərbiçilərinə təslim olub. Rusiya Federasiyasında həbsdə olarkən azad edilmək qarşılığında Vagnerə cəlb edilən əsir bölüklərində olan 24 nəfərdən cəmi 6 nəfərin sağ qaldığını bildirib. Təslim olan Vagnerçi Rusiya vətəndaşlarına müraciət ünvanlayıb. O, aldandıqlarını, onlara boş vədlər verildiyini, heç maaşlarını belə ala bilmədiklərini deyib. В взводе были много национальностей, и таджиков видел, и узбеков, и дагестанец, по-моему, у нас был. Ну, после как потери много стало, все боялись ехать, там начали придумывать болезни все, там, отказываться, потому что когда, если ехали на передок, там могли там сразу пристрелить, а когда на базе еще можно там было, ну, командир понимающий, там бывало, это не отправил, только на фишке сидеть там еще что-нибудь принести. Запугивали расстрелом из-за того, чтобы не сдаваться, давали гранаты, чтобы, если тебя будут брать в плен, подзарывать себя, если попадешь, якобы ничего не рассказывать, где, откуда, что ты, откуда прибыл, там, ну...